В Подольске, бывшем Котовске, правоохранители изъяли у местного жителя арсенал оружия. В доме 49-летнего мужчины полиция обнаружила 3 пулемета, 10 винтовок, 3 автомата, саблю, 6 штык-ножей и 150 патронов. Хранитель боеприпасов объяснил, что коллекционирует образцы старинного оружия. Большую часть коллекции он нашел во время раскопок. Некоторые образцы приобрел через интернет. Слідчо-оперативна група Подільського відділу поліції вилучила вказану зброю громадянина та порушила кримінальне провадження за статтею 203 частиною 1 Кримінального кодексу України. Дана зброя направлена до експертного центру для проведення експертизи.